Следить за уборкой городских улиц теперь можно в режиме онлайн. Заработала интерактивная карта по механизированной очистке областного центра от снега. Пользователи портала и в ГЛОНАСС смогут наблюдать за тем, как машины курсируют по городу и какие магистрали уже очищены. На карте маршруты разных цветов. Яркие и насыщенные показывают улицы, на которых плотность техники больше. Если навести курсор мыши на любой маршрут, можно получить информацию о типе транспортного средства, его скорости и времени в пути. Каждый ивановец теперь сможет сообщить в СМП, если увидит, что его улицу не убирают. Сейчас планируется разработка мобильного варианта карты, чтобы любой гражданин мог зайти с планшета и посмотреть. То есть мы будем задействовать также и мобильные платформы.